Привет! Вот иногда со мной действительно случаются такие спонтанные отклики, которые вчера случились у вас. Я благодарю вас за это искрометное, реактивное реагирование на мое вчерашнее видео, которое было просто про наш обычный день. И вы так активно начали мне писать, говорить, что Маша, снимай еще, возвращайся. И, конечно же, это меня цепляет, конечно, меня это подогревает. И мне хочется периодически, наверное, вот эту обычную нашу жизнь и для себя оставлять, и вам показывать. Конечно, это не будет часто, может быть, там раз в неделю, раз в две недели. Потому что физически у меня ресурсов, ну, не хватает на все-все-все, чем я сейчас занимаюсь. Кроме того, что это, конечно, как всегда, дети, семья, у нас два школьника уже. Арсений пошел в первый класс, у Веры вторая смена, всех я их тоже и отвожу, и забираю, и Леша тоже активно в этом участвует, у нас все так очень четко разделено, Леон дома, в общем, дел вот так, но кроме всего этого, у меня появился телеграм-канал, Эмили, можно немножко? Иди ко мне на руки. У меня появился телеграм-канал о географии, если вам интересна эта тема. Там я рассказываю, как мне кажется, непосредственно, легко и интересно, о разных вообще темах, связанных с миром, с красотой, с природой, с устройством Земли. В общем, все то, что мы когда-то проходили на географии, но, возможно, в более легком и занимательном формате. Так что ссылка будет в описании, приходите, подписывайтесь и узнавайте наш мир еще лучше. Вторая тема. Я начала составлять индивидуальные маршруты в путешествия. То есть это будет личный гид, документ, который вы можете легко открыть на телефоне, в котором я по вашим рекомендациям, предпочтениям, пожеланиям или наоборот, какие-то у вас есть просто стоп-сигналы в дороге, я буду составлять вам маршруты, места рекомендовать к посещению, все исходя из того, как бы вы хотели. Пока что это режим тестовый, и я делаю это бесплатно. Но это не будет долго длиться, потом, естественно, я буду непосредственно это воспринимать как свою работу, за которую буду, безусловно, брать деньги. Но пока все еще становится на ноги, поэтому если в ближайший месяц, ну максимум два, вы едете в путешествие, пишите мне в любой вообще из вариантов, там моих контактов везде достаточно, мы с вами все обсудим, я вам напишу личную программу и обещаю, что у вас будет классное путешествие, потому что я на своем опыте поняла, что копаться вот во всех этих гидах, разбираться, составлять, я люблю, умею, прям это моя страсть, и даже таким образом вместе с вами через ваши маршруты я буду виртуально путешествовать. Поэтому спасибо вам, реально обалденно приятно то, как быстро вы вчера начали оживать, я-то думала, уже никого нету, что все, вы развернулись и ушли, громко хлопнув дверью, потому что что-то путешествия мои вас сильно не трогают. Как бы прискорбно это для меня не было. Но спасибо вам. Обязательно будем видеться. Также много меня и моей семьи есть в моем инстаграме. Приходите, смотрите. Удобно, быстро, легко. Не нужно 15 минут видео смотреть, а можно пощелкать сторис или пролистать мою страницу. Вы знаете, что я инстаграм веду с 2012 года, с января. Там можно много всего любопытного откопать, если захочется. Спасибо вам. Остаемся. Без грохота, Эмили, никак нельзя, да? Остаемся на связи.